Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive. Торговец Тони подкатил на своем траке. Так, а у нас какие-то пираты. По-моему, уже такого рода ивент был в наличии бочки. Это у нас что? Энергия турнира, что ли? Давайте все купим. Так, квест завершен. Вернитесь на базу за наградой. Хорошо. Что у нас здесь еще есть по халяве? Ускорение. Покупаем. Что еще Тони привез хорошего? За что не жалко заплатить? Так, ну, вроде все остальное только за жетоны и за золото, как обычно. Есть еще ящики. Придется, на самом деле, придется еще ящики покупать. Наверное, если в течение турнира надо будет покупать каждый день для выполнения заданий что-нибудь в магазине, то вот как раз придется, наверное, покупать вот это вот все. Я поспешил с покупкой ускорений и энергии турнира. Но не суть важно. Вы не делайте такой глупости и не спешите. Покупайте каждый день для выполнения задания, чтобы не тратить огромного количества ресурсов. Так, помимо этого, что у нас такого интересного происходит? Ну, во-первых, джекпот вернулся, который никому, наверное, вообще не нужен. Плюс ежедневные награды у нас идут. И, в принципе, почему бы и нет, да? У меня, опять-таки, выживший. У вас, вполне возможно, будет золото или что-то еще вместо выжившего. Ну, по крайней мере, на мобильной версии у меня, опять-таки, тоже будет золото, а не выживший. Причем выживший, кстати, защитник, то есть не ракетчик у нас, а защитник, который просто будет бегать, стрелять. Ну и сила здания, здоровье башни, урон башни дает, так что посадим его в какую-нибудь хорошую мощную башню. Плюс пираты. Сокровища зомби. А, ну, в принципе, грубо говоря, никаких новых уровней, только просто переодели зомбиков в пиратов, да, насколько я понимаю, потому что, судя по картинке, карты уже те, которые имеются. Могли бы какой-нибудь остров нарисовать, наверное. Но, к сожалению, этого не произошло, может быть, в другой раз сделают. Так, ну что ж, пойдем в компанию и посмотрим, что там такого творится. ПВЕ. Легкий. Давайте начнем со сложного, а если будет совсем тяжко, тогда уже пойдем дальше. А что у нас тут? Ага. Чем больше очков... Так, а здесь какие очки-то на самом деле? 30 монет, 20, 10, да? На самом деле тогда, наверное, пойдем на средний, потому что смысла особо лезть в самый сложный уровень нету, потому что вы все равно получаете столько же монет. Пулемет, дробовик. Ну хорошо, ладно. Пулемет и дробовик, начинаем. Кстати, по-моему, там еще день строителя начался, да? Сейчас проверим. Так, пока средний уровень совсем прям легкий. Спрятался, я его даже не вижу там. Спрятался нехороший зомби. Ну ладно, я думаю, что на сложном будет неприятно. Тут пока вроде все нормально. Ага. Окей. Понял. По крайней мере, на этом уровне сложности они не снимают много энергии, когда плюются и попадают. Опять много зомбиков. Мы вот так вот сделаем для начала, чтобы подсократить число зомби.
Все, теперь, наверное, можно... Можно и так. Раз, и последнего сейчас. Да, это старые этапы, они уже неоднократно были. И, по-моему, как раз зомби, переодетые в пиратов, тоже уже были. Очки миссии. Продолжить. И пока у нас серия побед первая, соответственно, немного дополнительных очков нам начисляют. 500 монет. Ну, это, в принципе, неплохо. Уже можно пару ключей купить. А мне, кстати, нужно, на самом деле, ключи прикупить, потому что вроде что-то откроется. Сначала откроется бесплатный ящик, а потом здесь у нас... А, нет, тут надо 3 ключа, а не 2 ключа, к сожалению. Но, в принципе, можно и 2 ключа прикупить, открыть пару ящиков и далеко еще до открытия этого героя. Там всего на всего 5 пазликов, поэтому еще далеко. Но Джей... Активная способность — метательный топор. Это очень спорный момент. Заодно еще проверю, кстати, нет ли чего-нибудь такого, что можно улучшить. Пока нету. Все эволюции я пока сдерживаю до следующего уровня, как минимум. Здесь тоже все улучшено. Хорошо, ладно, все улучшено. Хедшоты выполнили. Забрать очки турнира. Мне, в принципе, это не нужно. Дробовик-то у меня уже есть. Ну, имеется в виду, что выполнять ежедневные задания только вот ради определенных всяких наград. Не более того. Кстати, магазин ПВП. Ну, можно было и по-другому зайти. Как зашел, так и зашел. Ага, ключ есть и... Ну, соответственно, нужно задание выполнить для того, чтобы забрать как минимум ключ. А для этого нужно выполнить задание матч ПВП выиграть. Непростая задача, но попробуем. Начинаем. Нет, оставить прежнего. А почему предлагают поменять? Он что, мощнее, что ли? Типа у него там лучше броня или что-то еще? Почему его предлагают взять? Ну ладно, посмотрим, кто достанется. Если достанется не очень серьезный соперник, тогда можно будет и выиграть. А если достанется серьезный... Это вроде не серьезный, сейчас посмотрим. Но опять-таки в зависимости от карты. Так, карта неприятная. А почему он опять стоит, присел вместо того, чтобы... Присел вместо того, чтобы... У меня гранат вообще нету, кстати. Я забыл, что их нужно купить. Все, я понял. Так, ну ладно, у меня вариантов-то немного на самом деле. Я забыл дробовик опять-таки. Поэтому... Поэтому вариантов немного. Окей, хорошо, молодец. Не вовремя он высовывается, но... Ай, я все равно не туда кинул. Извини, но хоть раз, хоть так. Тут на самом деле только из-за того, что он вылез, я его снес. А так бы я и проиграл на самом деле. По крайней мере, пока он там, если у него лагать ничего не начнет, кубик Рубика. Забавно, зачем он там? В хижине кто-то сидит у печки и кубик Рубик собирает. В зомби-апокалипсис. Ну правильно, а что еще делать-то? Надо же как-то вообще досуг проводить.
А куда ты убежал-то? Возвращайся. Было неплохо. Ну да, я понял. Ладно, хорошо, возвращайся. Я не спешу никуда. Мне надо выиграть просто матч и все. Хоть таким вымученным способом. Но пулемет на самом деле пробивает. О, опять лаги какие-то пошли. Как флеш переметнулся вообще, да, с места на место. Пулемет на самом деле ящики пробивает. Что приятно. У меня сейчас такое ощущение, дежавю, что он играет так же плохо, как я против сильных противников. Ой, а я даже не успел добежать. Зачем ты упал? Ну ладно. Я сегодня играл просто утром против сильных противников. Ну, попадались постоянно очень сильные противники. Сильнее меня, реально. И все обмундирование, и оружие, и уровень. Уровень 40-й, там обмундирование тоже 40-го, 45-го уровня. Ой, вроде, по-моему, там не может быть обмундирование выше того уровня, которого игрок, по-моему, там 40-го уровня все обмундирование. Вот, но тем не менее, это все выше, чем у меня. И человек просто ловил. Вот, вымучивал, скажем так, вот на подобного рода карте. Делал один хит. Ну, имеется в виду, что один раз меня выносил и все, а потом уже постоянно прятался, и у меня не было вариантов. Надо было каким-то образом бегать и пытаться его выманить, но это не сильно получается. А мы забрали эту награду, да, насколько я понимаю. То есть у нас сейчас в магазине-то мы можем купить ключик. Хорошо. Детали на апгрейд, к сожалению, не можем купить, но да ладно. Так, а это не тот ключик. У меня же вроде зеленый был еще, нет? Да ладно, там меня обманули. Я купил не тот ключик. Да, ладно. Надо на самом деле гранат. Хотя бы парочку про запас, потому что у меня вообще ничего нет, так что надо их покупать. Давайте пойдем сейчас код используем. Кстати, бесплатно, смотрите, подарок для вас 50 золота и 2 ключа. А это только для меня подарок или у вас тоже такой подарок есть? У всех есть такой подарок? Ну, в любом случае, я не знаю, есть у вас такой подарок или нету. Надеюсь, есть. 50 золотых и 2 ключа. Ключ ящика редких предметов, ничего интересного. Но 50 золотых всегда, всегда как бы пригодятся. А больше ничего интересного здесь нету, к сожалению. Так что используем код. Ну и получаем заслуженную награду. Не так много золота, но тем не менее. CUR 73 W 27. А я по-русски все сделал. Окей, хорошо. CUR 73 W 27 SUR 73 W 27. Окей.
забираем награды, 5 бочек, 10 золота, 3 ускорения и 6 аптечек. Кстати, могли бы гранаты добавлять еще, не только аптечки, было бы прикольно, почему нет? Почему гранат не добавить? Это же не такой какой-то вообще супер серьезный ресурс, да? Уникальный пояс с патронами. А что он уникальный? Больше здоровья, время перезарядки. У меня, по-моему, уже есть такой пояс. А, уникальные тактические очки. Больше здоровья, разброс пуль. Хорошо. Кому-то из героев точно пригодится. Пока не знаю кому. Можно ради интереса на самом деле сравнить пояс. Да, пояс у нас здесь, по-моему. А, нет, пояс у нас не здесь. Здесь мы просто продадим ненужный предмет. А, пояс у нас здесь. А, он уже у меня есть, поэтому ботинки точно скидываем. А, пояс пока оставим. Так, а он же фиолетовый, да? Правильно? Ну да, фиолетовый вроде. Здесь у нас что? Здесь ботинки, 26 здоровья. А здесь здоровье и время перезарядки. А, давайте ему... Ну ладно, потом на него нацеплю, на самом деле. Хорошо, что у нас еще интересно? Ничего проапгрейдить, к сожалению, нельзя, да? Не, это нам не надо. Не надо тут улучшать ничего, продать предмет. Так, броники тоже можно продать. Редкий жилет перезарядки. Что он дает? Время перезарядки, здоровье. Да ладно, хорошо. Зато он изоленту дает, что нам, кстати, очень нужно, да? Только вот на эту пока нам не надо. Минус 20 перезарядка, неплохо, конечно, но пока не пригодится. ГЦ пока только 40 уровень, немножечко поднял до 141 500, но все равно еще 13 тысяч надо практически набрать, да? И это довольно-таки много. Это 13 тысяч, это сколько раз надо? Примерно 12-14 где-то улучшений по 500. Либо даже больше. То есть это, в принципе, вот как раз... Не, дня труда у нас в этот раз нету. Может быть, на следующей неделе будет, но пока дня труда у нас, к сожалению, нет. Я в начале видео сказал, что, возможно, у нас начался день труда, но обознатушки, перепрятушки, дня труда, к сожалению, нету. Магазин клан 12900, мало мне 15 надо для того, чтобы забрать этого героя. Ну, хочется просто. Давайте забираем очки турнира, что ли, идем дальше. Можно в сложность зайти. Надеюсь, я не потрачу впустую очки, энергию турнира. Потому что, в принципе, могут подсунуть какой-нибудь серьезный уровень, где будет много... Но это неприятный уровень, он просто очень долгий. Тут вроде ничего суперсерьезного нету. Прыгуны вроде тоже есть, и подрывники есть. Здесь просто очень много зомбиков. Скажем так, больше неприятностей от них. А... Не сложно, а неприятно. Здесь больше неприятностей. Ну и плюс придется проходить долго. Подрыгался, подрыгался, и у нас новая порция зомби. Давай, пиратик. Ой, пиратик прибежал. Так. Не спеши, а то успеешь. И ты не спеши. Он там врезался в дерево, что ли, врезался и обратно побежал. Компас сбился у пиратика. Но он не дойдет до меня. Ты же не дойдешь до меня? Не дойдешь, правильно. Ну, я, в принципе, так и знал. 73 патрона, это неплохо. Хорошая обойма такая.
прыгун, да? Но вот когда он подойдет, тогда мы и включим. Вот, включим вот так вот. Все, теперь можно разбираться по-простому. Надеюсь, там прыгунов больше никаких нету. Ну или, по крайней мере, не предвидится в ближайшем обозримом будущем. Такой настоящий пират, да? Ну ладно, настоящий пират. Нам пора идти дальше. А будет сейчас вообще здоровый такой, нет? Наверное, не будет. Есть какая-то карта, где есть прям очень здоровый пират. Подрывник прям такой огромный. Вот именно на этой карте. На одной из этих карт. Не надо, не надо. Так, здесь у нас просто много-много зомби разных. Ага. Вот так, ладно, хорошо. Хорошо. Теперь вот сюда. Набираем пулемет. И снова набираем пулемет. Все, набрали. Наверху там хорошо, площадка такая для отдыха, зонтик, шезлонг. Классика, прям сидеть там и наблюдать вообще за всеми этими шествиями зомби. Как на параде. Так, что у нас тут еще осталось-то? Всего 1000 монеток и 8 ускорений, если продвинуться чуть дальше. А тут вот ключи, пиратские ключи. Да монеты вообще на 10 уровне только дадут. То есть это надо довольно-таки много потратить энергии турнира, которой у меня, в принципе, нету. Всего чуть-чуть. А это что у нас? Почему там постоянно восклицательный знак? Можно... А, у меня нет 800. Так бы можно было купить 10 ключей, например, ради прикола, и посмотреть, сколько здесь нужно открыть, чтобы получить... А, ну это только... Только 5 гарантируют, да? Гарантирован Капитан Хук, Капитан Крюк. Гарантировано только 5. То есть не факт, что получишь вообще что-то еще. Ну да, тут вот 5, 50, 20, 10. Ну и монеты. Можно, конечно, монет получить много и... Ну или немного монет и все, и не получить вообще чертежи. Так что, конечно, рискованно, но у кого много золота, можете попробовать, потом расскажете. Я, может быть, это попробую на мобильной версии, у меня там золото, по-моему, 2-2500 накопилось. Так, что у нас еще хорошего здесь за монеты? За монеты у нас есть... Монет-то много я все равно не соберу. Так, компас у нас есть, это неинтересно, или у нас другой компас? Так, ускорение тоже не суть интересно. А есть ли здесь улучшение для суперки? Нету. К сожалению, нету улучшений для суперки. Есть просто желтый, красный, зеленый, синий, а коричневого нету для улучшения суперки. Вот это вот неприятно, то есть для эволюции супероружия. Вот этот вот ключ нам нужен, да? У нас 500 монет. Ну, можно пару ключей купить. По крайней мере, хоть два ящика открою, останется еще один ящик. Ну, Шон Акейн, понятно, стандартный вариант. Люкас Атертон. Хорошо, остался один ящик, и у нас будет 10 пазликов плюс.
Пока, наверное, так, рейд на базу надо просто на самом деле авторейд сделать для того, чтобы израсходовать те 4 топливных канистры, которые у нас за время просто начислились. Ну и плюс ресурсы, в общем-то, нужны на апгрейд всяческий. Ящиков, как обычно, очень много всегда попадается, а вот с бочками нефтяными там засада. Дают вон, ну вот 14 хотя бы хоть куда ни шло, да? А если дадут какую-нибудь... Не дают никакую такую серьезную базу, да? Плюс, как вы говорите, это может быть... Маклауд. Так, это может быть бот возрождения, дед возрождения. Но он совсем слабый. Хотя, опять-таки, да, Жабар Мелихова. Ну давайте, пошли. Неважно, там ресурсов нет, пошли просто. Жабар Мелихова 31. Понеслась. В башнях, скорее всего, сидят выжившие. Защитники и так далее. То есть, по идее, башни, по идее, совсем слабые. Защитник, привет, ты где? Все, нет больше защитника. И все, да? Ладно. Это было не так интересно, как я думал. У меня даже перегрева пушки не произошло. А я, в принципе, гашетку не отпускал. Да. Ну что ж, ладно. Завершить экспедиции. А в экспедициях сейчас нету ничего. Карина есть, но у меня не хватает жетончика. Двух даже. Поэтому я туда не могу зайти, а все остальное совсем неинтересное. А можно сюда заглянуть и забрать детали, но завтра суббота, да, завтра здесь будет ключ, так что оставим, наверное, до завтра и заберем ключ. Бесплатный ящик тем временем нарисовался. Я так полагаю, что видео занимает уже минут 20, наверное, раз ящик обновился. И можно, наверное, заглянуть. Но безумие, я думаю, вообще даже не стоит туда идти. 8400, 3500. Но сложные тут очки хотя бы идут в рейтинг, да? За безумие там больше дают намного, но я думаю, что я просто пролечу. Попробовать. Давайте, а почему нет-то? Попытка, не пытка. Все равно я не буду сидеть. У меня нет там огромного количества энергии турнира, чтобы проходить его полностью. Поэтому... И достался, кстати, просто безумный этап. Надеюсь, я сейчас пулемет настреляю на самом деле. Не настреляю. Пулемет есть. Все, отлично. А смотрите, как они далеко заспавнились. Смотрите, как они далеко заспавнились. У меня просто нереальное количество времени для того, чтобы накопить пулемет, и он копится еще быстро. А тут другой уровень. Другой.
Отлично. Он не успел ударить. Я пока пулемет попридержу, потому что есть опасение, что кто-нибудь серьезный сейчас выйдет. Просто, честно сказать, такого уровня еще не было. Можете, конечно, меня поправить. Может быть, на безумии было что-то подобное. Но я такой уровень не помню, чтобы вот таким образом двигался герой по такой траектории. Так, а туда повернуться нельзя. Как мне его сносить? Окей, хорошо. По такой траектории я еще не гулял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Хорошо, ладно, возрождаемся. И 20 золотых улетели впустую. Но просто не знал, честно сказать, я его не видел там в тумане и не ожидал. Так бы надо было высадить пулемет налево. Максимум, по максимуму, дробовик, пулемет, и потом только включать уже миниган. Ну что ж, на будущее будем знать. По крайней мере, есть вариант, что на безумии тоже можно проходить. А если улучшить оружие, ну, имеется в виду, что пулемет эволюционировать, потому что лучше пока нельзя сделать эволюцию, да, тогда будет поприятнее. То есть тогда точно можно будет быть уверенным, что, в принципе, даже на безумии, на этом уровне городского центра, пока я не вырос, на этом уровне буду его проходить. Плюс, если, ну, все оружие проэволюционировать хотя бы до второй звезды, В принципе, наверное, буду проходить на безумии. Завершать экспедицию. Ладно, это я надеюсь, наверное, сделаю. Ну, можно сделать и сейчас, просто... Не буду я сейчас это делать. Завершу экспедицию позже. Кстати, по поводу 50 золотых, отпишите в комментариях, у всех на аккаунтах есть эта награда или нет. Ну, надеюсь, у всех, и всех порадуют таким приятным бонусом. А на этом, пожалуй, все. Успейте активировать код, он будет действовать до 5 июня. Буквально пару-тройку дней. Успейте активировать код. И всем вам спасибо за просмотр. До следующих видео. Всем пока!